Дорога в светлое будущее одних толкнула в темное прошлое других. Вот такая ситуация сложилась в газовой сфере городца. Раньше в дома там подавался сжиженный газ, который хранился в подземных емкостях. Существовала специальная компания, которая занималась обслуживанием и заправкой этих емкостей. Но к настоящему времени большую часть домов городца подключили к газовой сети, и на сжиженном газе остался лишь небольшой микрорайон. И вот этих последних и бросили. Газа у них нет третий месяц. Готовим на электроплитке, купили ее специально, мультиварку купили, электрочайник купили, потому что до этого обходились, в принципе, готовили на газе. С 26 октября у нас вот эта история с газом. И говорят, только теперь летом что-то будет. За свет платить нам приходится очень много, потому что электрическая плитка берет много. 721,03, а раньше 200-300 рублей. Емкости у нас стоят на берегу, которые закачивают в них газ, и мы потребляем этот газ. В итоге емкости закрыли на ремонт, на диагностику 26 октября. Пообещали к Новому году, и до сих пор у нас газа нет. Емкости, которые обслуживают наш дом. Управляющая компания «Казнин» поставляет сюда, закачивает газ в емкости, и платежка наша перечисляется как раз вот в эту управляющую компанию «Казнин». Нам отказали в поставке, у них нету на это лицензии, как они объяснили. Они предлагают нас, чтобы мы, значит, этим двумя домом или конкретно нашим домом взяли на себя обслуживание этой емкости, то есть транспортные услуги для того, чтобы привезти этот сжиженный газ. И зачем нам это надо? Это нам обойдется в большую сумму. Ситуация такая сложилась, потому что из-за резкого снижения потребления сжиженного газа компания, ранее занимавшаяся его поставкой и подачей, просто не стала продлевать лицензию на 2015 год. Просто невыгодно. Я поставщик газа в емкость. Все, я ее поставил туда. Кто вам его фактически пустит в квартиры? Ну, задайте вопрос управляющей компании своей. Они поставщики газа, и они открывают этот вентиль. Мы его не можем открыть. Я что, пойду открывать этот вентиль? Вот такая ситуация. Газ в хранилищах есть, а в домах его нет. В дело обещают вмешаться местные власти, чтобы все-таки найти способ подать газ в дома.